Сегодня глава республики встретился с куратором всероссийской акции «Бессмертный полк» в Чебоксарах Оксаной Очкасовой. В этом году памятное шествие стало одним из самых масштабных за все время его проведения в Чувашии. Портреты своих отцов, дедов и прадедов пронесли около 60 тысяч жителей республики. В столице Чувашии в единую колонну полка встал каждый 20-й чебоксарец. На следующий год будем больше народу собирать. Надо догонять Новосибирск, где 270 тысяч вышло человек в этом году. Но там количество населения тоже больше. Да, ну мы хотя бы половину от этого можем собрать, я думаю, что вполне. Потому что люди интересуются. То есть очень многие в этом году первый раз, например, пришли. Люди выходят не по указке каких-то там начальников органов власти, а люди выходят по зову своего сердца, потому что хотят восстановить память о своих близких родственниках, поднимает архивы. И самое главное еще, приятно было то, что очень много молодежи, очень много детишек.